Кедр считается визитной карточкой нашего региона. Именно поэтому в честь юбилея во всех муниципалитетах Югры решено высадить по 90 саженцев ценной породы. В Нефтеюганск кедры привезли из питомника. Им всего 2-3 года. Были привезены кедры. На 13-й микрорайон, на 13-м микрорайоне будут высажены порядка 100 кедров на территориях образовательных учреждениях, а также часть на придомовых территориях. Обращаются избиратели, и мы каждому эти кедры предоставляем. Посадкой деревьев в 13-м микрорайоне занимаются ежегодно. Как правило, к зеленой акции присоединяются и выпускники 10-й общеобразовательной. Правда, в этом году от массового субботника пришлось отказаться. Но школа обязательно возьмет шество над молодыми деревьями. Мы обязательно сделаем оградки, чтобы их загородить, чтобы никто не растоптал и не скосил их за летнее время. А на зиму сделаем какое-то укрытие, чтобы они не замерзли. Потому что в первые годы кедр требует особого ухода. То есть вначале они не любят солнца, сильного прямых лучей солнца. А зимой надо их от холода оберегать. Следить за саженцами будут волонтеры российского движения школьников. Тем более, такой опыт и у ребят уже есть, говорят педагоги. Ведь с каждым годом территория 10-й школы становится все зеленее. Кристина Кочерова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».